Хай-хоу, ребятки! Всем привет! С вами Брода, это Age of Magic, и у нас после небольшого перерыва врыв в эту игру. Как вы видите, все изменилось. Всего за несколько дней произошло настолько много событий, настолько много обновлений, что я даже не знаю, с чего начать. И долго думая, я решил начать с того, что я просто изначально расскажу вам о том, что же все-таки происходит в игре. Что у нас произошло за это время, пока отсутствовали видеоролики на канале. Прежде всего я хочу вам показать, что у нас открылось новое эпичное событие. Это потерянные свитки. События действительно большого размаха. Как вы видите, перед нами открывается очень большое количество миссий, за которые мы можем получить охрененно крутые награды. Поэтому обязательно нужно проходить, и пока оно не закончилось, вы должны успеть это все сделать, как и я. Как вы видите, первую тестовую главу я уже, конечно же, прошел, а дальше у нас вторая глава, третья, четвертая, десятая, пятнадцатая и так далее. Конечно же, все это будем проходить вместе с вами, поэтому не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх, потому что все самое интересное только у меня на канале. Также, прямо сейчас в игре у нас проходит лунный фестиваль. Ребятки, из лунного фестиваля мы можем вытащить, купив, конечно же, за даун-валюту, кучу различных осколков, крутых героев, плюшек, ресурсов для улучшения. И, конечно же, ребят, красная панда. Поднебесный комплект. Потому что теперь в игре появилась куча крутых обликов, которые позволяют нам изменить внешний вид нашего героя. Перейдя в раздел соответствующие обликов, мы можем увидеть, насколько здесь крутые и разнообразные есть облики. Насколько сильно они меняют твоего персонажа, за которого ты можешь играть, за которого ты любишь играть. И насколько это круто действительно выглядит. Все это стоит определенной, конечно же, суммы денег, которые нужно будет подкопить, чтобы купить. Ну и давайте вкратце пробежимся по основным аспектам того, что все-таки у нас появилось в игре нового. Прежде всего, новые герои из фракции зверолюдей. Сунь Укун и Чжу Бацзе. Далее у нас новые события, новые рейды, огненные врата. Так, события и огненные врата мы затронем с вами уже в следующих выпусках, более подробно проходя каждый из них. Дальше у нас появились подарки, фейерверки, облики и десятки улучшений и исправлений, что, конечно же, не может не радовать. Но, ребятки, на этом, конечно же, мы с вами прощаемся. Но прощаемся совсем ненадолго, потому что уже сегодня вечером вы сможете увидеть новый видеоролик на канале, который будет гораздо ярче этого. И будет не просто рассказным, а реальное прохождение. Реальная игра за новых героев в новых событиях и испытаниях. Всем большое спасибо. На связи Борода. Пока-пока.